Торжественные моменты у нас у пастора молодежи на подростковой церкви Марии Карбасовой. Вчера был день рождения. Здесь даже слова не надо говорить, в принципе. Все окружение вокруг тебя, оно говорит само, за тебя. Оно говорит за твою жизнь. Подобное соединяется с подобным, да, и вокруг доброго дерева, на добром дереве, вернее, всегда есть добрые плоды. И посмотреть, плоды есть? Есть. Плоды добрые? Добрые. Значит, дерево доброе. И ты благословенная, и ты максимально служишь Богу, и у тебя еще все впереди. Это только начало служения, несмотря на то, что ты уже много лет с нами, с церковью. Многие детишки уже с малого возраста, практически с пеленок, сейчас уже у тебя в подростковом служении, в молодежном служении. Но это ничего не значит. Судя по возрасту и по мечтам, по целям, которые есть у тебя, у Евгения, на ваше служение, у вас еще все-все-все впереди. И Бог вам да поможет. Дорогу осилит идущий, как написано в Писании. Поэтому идите, идите, еще раз идите. Идите вперед навстречу к Божьим целям. И мы помолимся сейчас и благословим, чтобы, я верю, в усиленную молитву праведных людей, когда мы соглашаемся, небо слышит и небо отвечает. Давайте закроем свои глаза, откроем сердца и будем молиться Богу. Телефоны можно убрать в сторону, включиться вместе с нами в этот процесс. Дорогой Господь, мы благословляем Тебя. В этом месте мы соглашаемся, как церковь Твоя. И Ты сказал, о чем двое или трое согласятся просить здесь на земле, то будет им от Отца Небесного с неба. Во имя Иисуса мы молимся сейчас в этот день рождения Твоего служителя Марии. Мы благодарим Тебя за то, что Ты даровал ее церкви своей, как бриллиант, как самородок, как человека, который предопределен Тобою, с большим даром, с большим сердцем. И Ты дал большую благодать и силу, и Ты высвободил помазание Духа Святого, чтобы это дело совершалось через Марию. И мы просим особенного благословения в ее день рождения, для ее личной жизни, для ее семьи, во имя Иисуса Христа. Пусть всякая нужда по богатству славы Твоей, она будет покрыта Тобою, она будет покрыта Христом Иисусом. Пусть всякое желание сердца, согласно с Твоим Словом, оно исполняется Тобою во имя Иисуса. Пусть большая сила, большее помазание, большая мудрость приходит с неба для осуществления служения, которое Ты дал, Господь. Ты сказал идти поприще, и она согласилась идти. И пусть на этом пути будет служение ангелов, служение Духа Святого, проявленное в силе и славе, в дарах во имя Иисуса. Пусть великое облако Божье, Божьей славы, оно приходит и высвобождается во имя Иисуса. И также мы особенно молимся о последователях в ее служении, о людях, которые будут поддерживать ее руки, которые будут принимать ту веру, которая есть у нее, которые будут подражать ей, как она подражает Христу во имя Иисуса. Высвободи, Господь, этих людей, усили их во имя Иисуса Христа. Пусть всякие нужды финансовые, душевные, физические, всякая нужда будет покрыта по богатству славы Твоей Христом Иисусом. Амен. И давайте скажем, благословляем. Благословляем. Спасибо Тебе еще раз. Будь благословенна.